покажу, как это выглядит, чтобы они видели оба сразу. Вот что. Вот, а теперь, если есть возможность, сейчас, как только... Вот видео, сейчас мы его растянем на весь экран побольше, чтобы вы тоже видели. И вот оно. А можно попросить еще раз сначала его спустить? Потому что важно сначала. Вот, да. Знаете, что отметили? Что когда грузовик пошел на рентген, у него куда-то делась ось. Так. Ну, вот здесь просто, здесь в самом начале видно, что у него 5 осей у полуприцепа. В смысле, 6, получается, 6 осей. Здесь их 5. Вот здесь должно быть 2. Угу. 2 оси должно быть, а их одна. После бензобака, вот туда, в левую, к хвосту прицепа, должна быть еще одна ось. Вот. Собственно, Сергей Сергеевич, тебе карты в руки, буквально. Да почему? Ну, какие тут карты? Ну вот как? Как в одном и том же, собственно, деле, ну, это же очевидно. Подождите, что... сейчас соберут совещание в администрации президента, вызовут диверсантов, которые закрались в РИА Новости, и в... Я думаю, нас ждет, во-первых, дело... Это не РИА, это ФСБ. Тогда дело ФСБ, да. Но а почему в РИА не проверили? Ну, кстати, могли. Есть вопрос. Вопросики. Вопросики. Ну, например, когда в РИА начнут проверять... Видео, которое им ФСБ поставил, я бы не советовал вообще. Ну, чтобы журналист даже такого уровня, как Прия, проверял. Ну, о чем это говорит? Ну, это говорит просто, ну, вот обо всем, мне кажется. Они очень торопились. Им надо было Путину показать. Серьезно, они второй раз так торопятся с обнародованием каких-то данных. Очень торопятся, очень много работают, в кавычках. И поэтому вот такое у нас... Но это же ничего для меня удивительного нет. Я видел, как они расследуют дела, что они делают по другим. Но... Ты, безусловно, доверяешь тому материалу, который они выкатили по Дарье Дугиной. По Дарье Дугиной, да, это другое. Вот это другое. Нет, это другое. Но ты же смотришь сам по логике, и ты понимаешь, что, во-первых, никаких задержанных, во-вторых, они побежали объясняться, как они допустили теракт на Рублевке, и примерно понятно, как они работают. Да, иногда, как часы, да, стоящие часы, они два раза показывают правильное время в сутки. Ну, то есть, так и тут. Но ляпы ФСБ и как они... вообще выглядит, ну ты должен просто смотреть. Ты тут видишь ошибку, и, конечно, возникает очень много вопросов. Подарь еду.